Молодец, молодец, молодец. Место, место. Ой-ой-ой-ой-ой, аж тут не попробивали крышки. Здравствуйте, дорогие подписчики и все, кто смотрит канал «Охотник Мороз АП», любитель охоты с лайкой. В данный момент имею помет от русско-европейских лаек. Кое-что себе оставляю, кое-что друзьям дарю, но троих могу разыграть. Судя по тому, как много пишут, просят щенков, у меня такие же собаки, как у всех, поверьте. Единственное, что я им больше уделяю времени и больше с ними охочусь, поэтому они вам всем кажутся, что они лучше. На самом деле они такие же, поэтому давайте вернемся к розыгрышу. Я предлагаю его сделать ровно так же, как был в прошлый раз, только мы с вами сократим время, вы не будете мне писать, а сразу пришлете ролики. От 3 до 5 минут ролик с ответами на вопросы, которые находятся в фильме «Розыгрыш». В описании там все это указано есть, поэтому войдите, посмотрите. Электронная почта там приложена, куда это все отправить. Я предлагаю это сделать 28 число до 24.00. Подавайте заявки, пожалуйста. Всем желаю удачи в розыгрыше и побед. Щенков, родословные, родители, ролики, все приложу к этому фильму. Будете смотреть. Иди сюда, молдаван. Пьют. Да, опусти их, потому что не видно, какая собака. В этом розыгрыше есть такой приятный бонус. Призерам, которые выиграют этих трех щенков, им дарится 5 охот с нами, с этими щенками. В возрасте от 10 месяцев до 2 лет. Приезжают бесплатно охотятся с этими щенками, с нами. Ну все, отпускай его, пускай походит. Байкал. Иди сюда. Байкал. Либо у Ярика Сельтова, либо у меня. Если им ближе будет Ярик на Украине, надо я поговорю с Уписом, это Волгоград. То есть, одним словом, вот такой положительный бонус еще в плюсе. Лекс. Лекса и Люцик. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал. Вам всем здоровья, благополучия и удачи!